Всем здорово, ребятки! Игра ССВ. Наш турнирчик продолжается. Какой? Седьмой? Да, седьмой тур. У меня идет, ребят, два поражения, две победы. Два поражения. А что будет сейчас, не знаю. Посмотрим. Поехали. Удачи, СВ, тебе тоже. Так буду биться, буду стараться. Ну, к сожалению, первый пропускаю я. Ой-ой-ой-ой-ой, да ладно, да ну, как же такой не забить-то, господи. Жестко, жестко. Решил в уголках со мной порубиться. Ну хорошо. Давай порубимся. А вот это уже сейчас очень опасно. Если он попадет под низ, то это банка. Не попал. И мячик хорошо становится. Очень хорошо. Очень хорошо. Рискуем. Блин, ну ворота запечатаны настолько, что вот именно в данный момент, ну как их пробить? Никак. Две минуты играем. Блядь, такой попробую. Блин, если не зацеплю. Если не зацеплю. Зацепил. Хотел от борта, от верхнего. Сражается, смотрите, борется. Блин, два удара в одном получилось поворотом, офигеть. Это зажим. И не могу я распечатать ворота, не могу, ребятки, почему-то. Даже такого стопроцентного шанса-то не было даже вкатить. Ой-ой-ой, что он творит? Теперь в моем уголке поиграем. Да, неплохо, СВ, красавчик, красавчик. Борешься, как все. Как-то надо уйти с этого угла. Как-то нужно уйти. Блять, ну бью. Похуй. Сука. 1-0. Или он не сможет по этой дуге вкатить. А, рикошетом. Блин, тоже неудобняк, вообще неудобняк. Ну, это подстава. Как говорится, выдрочили. 1-0, ошибка. Стоящая плюшки. Ладно, бьемся дальше. Ах, блин, ну как так-то? Так летел хорошо. Как он хорошо летел. Разобьем ворот, слишком закрыто. Блять. Еще больше закрыл. Ну, а теперь мы их раскроем. Настежь просто, настежь. Хорошо.
Бау. Опасно? Не опасно? Блин, я думал, что это играет типа похуже. Не ожидал такой игры, если честно. Я как бы никогда недооцениваю своего сопа. Ну, блин, СВшечка борется жестко. Ну как? Ну повези же, как на стриме. Нет, конечно, он не залетит. А сейчас залетит, да? Сука. 1-1. 1-1. Теперь моя подстава с моей стороны. Сука. 1-1, ребятки. Две подставы. Как же я так его ударил? Вообще, даже я сам сейчас не понимаю до сих пор. Ну ладно. Погнали. 1-1. 1-1. Не в ворота летит, к сожалению, не в ворота. Так. Давайте так сделаем. Блядь, ну это сейчас куча мала будет, нахуй. Ну чё, первую катку я, ребятки, проебал. Проебал СВ. Господи, жесть вообще. Что творится в этом мире? Ладно, 1-0, ребятки. Попробуем дальше получше сыграть. Две подставы и камбэк от СВ. Так же было с Вульфом. У него даже авка вульфовская стоит. Но уже день, знаете, начался. Точнее, уже он заканчивается. Начался не так, как я хотел. Ну ладно, ладно. Чё, бывает эта игра. Это ссаная игра. И в углы не летит. Нихуя вообще ничего не летит. О, вообще жесть. Бля, такой попробую, такой попробую. Да, закатываем, закатываем, закатываем. Ну, в той партии я тоже вел, в итоге проиграл. Как говорится, если бы сильнее, да? Ну, было бы сильнее, он бы туда по-любому не закатился. Блин, до ворота его разбить. А он, у него еще палец соскакивает. Ну давайте разобьем. Все же сопы знают, ребят, что я в углах не умею играть. И все пытаются со мной в этот угол ебучий играть. Ну ладно. Когда-то все равно я научусь. Когда-то я научусь. И буду вас ебать всех, сука. Ладно, шутка, шутка. Бля, чё он творит-то, ёбаный рот? 9 минут. Сейчас опасно. Не, он просто перекрывать будет. Ну ладно, мы будем тогда тоже перекрывать. Блин, самое обидное, это тут подставы, конечно, ребят. Чуть не так ударил, все нахуй. Въебал на пустые ворота. Бля, СВ, ты предлагаешь, блядь, 2 часа, что ли, дрочиться тут? Ты приколист, что ли, нахуй? О, вот это красавчик, вот это я понимаю, вот это кросс. 1-1. 1-1 становится, ребятка. Счет. Попробуй, попробуй закомбэчить. Как с Вульфом. Поехали. Третья партия. Третья. Самая переломная, да?
Сейчас посмотрим. Ну, я начинаю. Я не знаю, ребят, может быть и плюс, когда человек первый начинает, потому что он уже почти все ворота разбивает. Почти все ворота разбивает, и там уже сопу сложно потом. Бля, я такой не забью. Да, штанга. Сука. Блин, ну как же он не влетел? Как? Как же не влетела эта банка? Бля, куда бить? Вниз или вон туда между фишек? Давайте вниз. Да. 1-0. 1-0. Пока камбэчим, пока камбэчим. Бля, я надеюсь, он не попадет ни вверх, ни вниз. Нет. Нет! Блядь, сука, как? Сука. Неплохой гол, неплохой. Лупи. Делаем так. Делаем вот так. Будем двумя фишками атаковать. Так. Куда он? Вниз будет катить? О-хо-хо-хо-хо! Вы это видели? Вы это видели? Что это было? И как мне его, блядь, выбить? Жесть вообще, жесть! На грани всоса был, на грани. Ребят, смотрите, таких голов я, наверное, не забивал в жизни. Ну и сейчас он может не получится. Но давайте попробуем исполнить этот шедевр. Просто исполнить. Да, блядь, это шедевр, сука! Задумай все, что ты хочешь, и оно сбудется, блядь! 2-1 нахуй! Это красота. Это красота. 2-1, ребят, едем. Четвертая катка. Ну, неплохо, СВ, неплохо, неплохо, красавчик. Поехали, поехали, поехали. Давай, давай, давай. Ну, почему? Ну, почему хоть разочек ты закатись туда? Да, мог тоже сейчас красивый гол вкатиться, если бы повезло, не повезло. А вот это уже забьет, не забьет, как говорится. А-а, не-а, 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 не повезло. А, ну-ка. Блядь! Суки, блядь, кто там звонит, мрази, блядь, из-за вас, блядь, такую банку, блин, пропустил. Сука. Жесть, блин, я бы забил его. Так, как отсюда нам выйти с этого угла-то? Блять, фишек до хера моих стоит, блять, перед мячом. Давайте так. 14-15 минут. Пока нули, пока нули. 2-1 пока по партиям закомбэчил немножко. Ну, неплохо, неплохо, скажу я, с вышкой краеш, неплохо. Не ссаное днище, как говорится.
Да, блядь. Но он уже не будет себя тут рисковать по-любому. Он знает то, что ошибка дорогого стоит. И она реально дорогого стоит. Будем дрочиться в углу. А что поделать? Что поделать, ребятки? Такова жизнь сокера, как говорится. Ну, здесь я рискну. И зря, да? Зря. Неплохо. Блять! Ну это уже пиздец какой-то. Это пиздец. Это я зря такой не забил, конечно. А вот это вообще пиздец. Ну чё, ребят, если 2-2 сыграю, первая моя ничья будет на этом турнире, блядь. Ну и... Похуй, как говорится. У нас уже много топчиков, которые просто сыграли в ничью с людьми, с которыми они вообще не ожидали даже. Ну, вот это красиво летел, но не залетел. Как говорится, не без сенсаций, ребятки, не без сенсаций. Охуенная банка. Но я еще играю, я еще борюсь, ребят. Слова словами, а борьба борьбой. Жестко, жестко. Бля, у него все ворота закрыты, ребят, все. Просто все ворота закрыты. Что мне тут делать-то, блядь? Пока я не разобью, как мне бить? Никак. А вот и шанс разбить. Хорошо. Так. Блядь, что творит же, сука? Решил взять фишками. Тут уж, ребят, как повезет. У него ворота все открыты. Сейчас малейший шанс, я вкачу. Ну, блядь, это малейшего шанса можно ждать, блядь, дохуя. Сколько? 18 минут рубимся, ебануться. И он все разбивает, 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 разбивает. Ну, ребят, я до конца, я не хочу рисковать. До конца, посмотрим, во что это выдрочится в итоге. Ждем концовочку, ждем концовочку, филигранную концовочку. Уже все тут мои фишки, просто все, блядь. Сука. А, тут я зацеплю. Тут я зацеплю, наверное. Не буду рисковать, я зацеплю. Бля, не зацепил бы, сука.
Все, это 2-2, ребят. Ну чё, СВ, красавчик, красавчик. Да ладно! Ты чё творишь? Ты чё творишь, блядь? Это жесть. Это как такое можно, блядь, не забить? Ты чё прикалываешься? Это жесть вообще. Как он не забил? Просто я поражаюсь. Я поражаюсь. Ну, там мне неудобно было, ребятки, бить. Вообще неудобняк. Надо еще сюда фишечку. Бля, ворота что-то у меня. Мне не нравится. Открыты. Давайте закрывать. Как же это все, блядь, опасно. Как же это все, сука, опасно! Поехали, артиллерия. Да, блядь, сколько же можно играть-то, ёбаный рот? СВ, да ошибись ты уже, отдай мне победу эту! Да, блядь, а мне чем бить? Мне чем, блядь, бить? Это не игра, это жесть вообще. Это просто жесть. Жесткая жесть. Сколько ж можно дрочиться, блядь, с СВ, блядь. С СВ. Это просто жопка. Прям уж, блядь, проебать, ребят. Я реально уже заебался играть. Все. Ну чё, СВ, красавчик? Такой ж, надеюсь, уж ты забьешь, блядь. Да, ребят, да. 2-2, ребятки, 2-2, блядь. Дрочили, я ебу сколько. СВ, красавчик, это еще одна сенсация. Всем удачи, всем пока, с вами Громэн. СВ, спасибо за игру.